Россия полностью закрыла международное авиасообщение, резко сократилось и число рейсов внутри страны. Временно закрыты и воздушные ворота столицы Чувашии. Ряд перевозчиков, поддерживавших авиасообщение между Чебоксарами и Москвой, в ближайший месяц не возобновят рейсы. Это не самым лучшим образом отразится на работе нашего аэропорта, который сейчас приступил к масштабной реконструкции. Тем не менее, республиканский Минтранс надеется возобновить авиасообщение. В целях сохранения перевозок через аэропорт город Чебоксары Минтрансом Чувашии направлено соответствующее обращение в 5 авиакомпаний. Сибирь, ЮТР, Руслайн, Уральские авиалинии, Ямал. Подготовлен проект письма Кабинет министров Чувашской республики в Аэрофлот. Ответы должны поступить в ближайшие 2 дня. Пассажиропоток в целом также сократился более чем на 40%, поэтому в республиканском Минтрансе активно рассматривают предложения от авиакомпаний, имеющих в своем парке небольшие самолеты. В случае, если ответ от авиакомпании будет отрицательным, аэропорт, скорее всего, уйдет на каникулы. Но и этот фактор в нашей ситуации можно рассматривать как положительный и приступить к реконструкции, подчеркнул руководитель региона. Может быть, нам на самом деле вот надо принять вот то предложение, когда все-таки аэропорт уходит в отпуск, да, и мы с вами реализовываем за это время мероприятия по реализации иных необходимых направлений по реконструкции и развитию аэропорта.